Выпуск Тольяттинского государственного университета всегда праздник особенный, долгожданный. Несмотря на капризы погоды, выпуск ТГУ-2019 получился светлым, ярким и радостным. Выпуск 2019 – это много нового. Работа на площади перед главным корпусом интерактивных площадок, фотозоны и даже новая модель мантии выпускников. Но самое главное даже не это. Возобновилась спустя 4 года очень красивая традиция ТГУ – масштабное шествие наших выпускников по улицам Тольятти. Маршрут, кстати, тоже новый. Улицы Белорусская, Ленинградская, Ушакова, Мира, Жилина и, наконец, Площадь Свободы. Именно здесь, на площади, и прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам институтов ТГУ. Мы впервые за все время прошли вот таким маршрутом от университета до Площади Свободы. Именно здесь сегодня вы получите дипломы. Это впервые, когда дипломы вручаются на самой главной площади нашего города. И это, на мой взгляд, подчеркивает отношение города к университету, восприятие его как действительно опорного университета, подчеркивает уважительное, бережное отношение к вам со стороны города, со стороны власти, со стороны его жителей. Все надеются на вас, надеются, что вы сделаете наш город еще лучше, чем он сейчас есть. Я желаю вам большого счастья, удачи, быстрого карьерного роста и желаю никогда не забывать о том, что вы выпускники Тольяттинского государственного университета. Его двери всегда для вас открыты. В 2019 году Тольяттинский государственный университет окончили 2714 человек. Из них 352 получили дипломы с отличием. В этом году также состоялся второй выпуск Росдистанта. Это почти 1000 бакалавров и магистрантов из городов России. От Архангельска до Владивостока и от Мурманска до Краснодара. А также из Казахстана, Азербайджана, Узбекистана. 21 выпускник ТГУ получил в этом году знаки корпоративного отличия «Зеленое яблоко». Также на торжественной церемонии были отмечены победители конкурса выпускных квалификационных работ. Поздравить выпускников пришли представители городской власти, партнеры университета, выпускники ТГУ. Я с чувством переполненной гордости сегодня стою перед вами. Так же, как примерно 45 лет назад я заканчивал наш родной политехнический институт, сегодня это наиболее высокий уровень, государственный опорный университет. И я желаю вам, чтобы вы с гордостью несли это звание выпускника нашего университета. Хочу от себя еще добавить, чтобы каждый из вас на все 146% реализовал себя в своей профессиональной деятельности. Сегодня вы все выпустились. Сегодня вы все профессионалы, и ваша реализация на благо города – это то, чего город от вас ждет. С праздником вас! Дипломы получены, символическая клятва произнесена, кисточки конфедераток перекинуты. Впереди у выпускников Тольяттинского государственного университета новый этап жизни. Я много и учился, и работал одновременно. А поэтому учебные годы, честно говоря, для меня пронеслись просто незаметно. Поэтому я могу сказать, что я просто счастлив. Мои 5 лет очень весело прошли, задорно. Вот, я получила красный диплом, но тем не менее много знаний получила. Каждый день охота учиться. И вот даже сейчас такая прям грусть о том, что это все закончилось. Поэтому обязательно пойдем дальше учиться, на второе высшее, может быть, даже в аспирантуру. Хотим пожелать выпускникам Тольяттинского государственного университета, чтобы все их самые смелые мечты воплотились в жизнь.